Это явно не тюр. Надо осмотреться. Этот не смог спастись. Это реликвия? Наверное, тут можно выбраться. Опять пустое хранилище. Братец, может, пора наконец? Нет, даже не начинай. Мы его отыщем. Смотри, на той стороне еще одна дверь. Идем.
Идем! Путь ведет наверх. Надо перебраться на ту сторону. Стой! Это ведь та же порода, что мы уже видели. Ялфа! Получилось! Кажется, мы там, где выбрались из лодки, только выше. Эта шахта похожа на огромную спираль. Теперь выйдет. Кажется, я что-то слышал. Статуя. Не просто статуя. Этот каменный лик висел над входом в мировую мельницу, что построил Турин Щедрый. Одна яма Драугров. Кратос, ты весь в огне! Пройдет! Быстрый! Слева, еще один Драугров! Ugh!
Быстрый! Кратос, ты весь в огне! Пройдем! Я готовился не к такому. Еще один тупик. Да где же Тюр? Атрейдс,
Эта шахта, очевидно, заброшена. Скорее всего... Тур здесь. Я знаю. Указания Турлина касались только входа в шахту. Нужно продолжать искать, пока не найдем. Ты же сказал мне вести. Значит, мы продолжим поиски. Так что соберись. Следи за словами. Ты ведешь нас. Но я говорю то, что вижу. Можешь не соглашаться, но не смей так со мной разговаривать. Все ясно? Да. Сигнала. Еще одна дверь, но это точно нужно. Увидим. Сперва нужно до нее добраться. Мы уже запускали колеса с помощью воды. Попробуем? Переберись. И поищи там. Кажется, там маховик. Атрей, вот еще задача на размышление. Нужно ли тому, кто всю жизнь провел в борьбе как тюр, пытаться себя показать? Такие попытки сеют лишь разрушение. Но если по пятам разрушения пойдут злодеи, то какая тогда разница? Ты же сильный, и ты поступил правильно. Сила мужа проявляется не на войне. Надеюсь, однажды ты это поймешь. Похоже, этот механизм сбрасывает руду в жёлоб. Кажется, выходит.
Она примерзла, перекрыла желоб, и вода течет через край. Не сработало. Что еще можно сделать? Приморозим руду к желобу.
еще немного. Может, есть способ сдвинуть? Эй, мы справились. Жду у двери. Думаю, здесь. О! Ну что, вернемся и проверим последнюю дверь? Велите земле не трястись. Знакомое зрелище. Мы снова попали в спиральную часть шахты. Проклятие! Слышали, братья? Похоже, мы не одни. Не спи. Гляди в оба. Звук шел оттуда. Там есть проход наружу. Атрей, мои слова тебя задевают? Да я все понимаю. Братья, погодите, там впереди, кажется, свет. О, кажется, пришли. Засов, чтобы то, что внутри, осталось внутри. Да, кладовые с одеялами так не запирают. Я понял, что нам делать. Атрей, стрелы. Жду приказа. Ура! Эй, слева!
внедрен! Смотри в оба, брат! Кто-то не хочет, чтобы мы туда попали. Мы уже близко. Так вперед! Что это за уловки, Один? Какие игры ты затеял сейчас? Мы не с Одином, мы хорошие. Эти клинки. Я тебя знаю. Бог-убийца. Ты пришел за мной, да? Дать тебе свободу. Нет, не подходи! Брат, дай-ка я. Тюр, Тюр! Слушай, ты ведь меня знаешь, да? Ты убил Мимира! Нет, 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 нет! Да, мы же его оживили! Нет, не подходите ко мне! Убейте! Стой! Он нужен! Браво, брат!
Давай найдем парня. Мы хотим помочь. Поверь нам. Успокойся. Тюр, все хорошо. Все будет хорошо. Нет, оставь меня. Тюр, послушай, клянусь, мы не причиним зла. Мы вытащим Уходи тебя. Прочь. Отведем туда, где Один не достанет. Пожалуйста. Это мой отец. Мы
помогаем. Я должен вернуться, прошу. Он ведь рассердится. Разве ты не воин? Разве ты не лидер народов? Соберись! Мой сын привел нас сюда. К тебе. Глянь на него! Ты... Зачем? Ты меня не знаешь. Знаю, за что ты боролся. Ты помог великанам. Мы хотим вернуть долг. Мы? Мы уходим. Ты идешь с нами. В озере была статуя. Там ты с копьем. Я решил, тебе нужно... На что, опереться? Нет. Спасибо тебе, но я справлюсь сам. Но... Ладно. Я бежал, ибо не всегда вижу реальность. И порой я... Не стыдись этого, брат. Сейчас очень непростое время. Вы тоже его слышите? Пора возвращаться. Чувствую? Ветер дует вот отсюда. Вот поблизости есть выход. Как это следует называть вас? Мира ты уже знаешь. А это мой отец, Кратос. Отчего сын Спарта решил поддержать Йоргенов? Моя мать была последним великаном Мидгарда, Лафей. Лафей. Я помню это имя. Она тоже пыталась помогать всем. Она ушла в свет Альфхейма. Соболезная. Позвольте мне помочь. Хотя бы в этом. Ого! Зачем приходить за мной гневать Одина? Ну, грядет Рагнарёк. Надеюсь, ты знаешь. Мы думали, ты поможешь. Пришли со мной, чтобы начать войну? Нет. Тюр, приятно, наконец, повстречаться с тобой лично. Мимир, что с тобой стало? Пошел по твоим стопам.
Предательство, бессрочное заключение, кошмарная пытка от рук всеотца. Ты такого не заслужил. А кто заслужил? Ну, у меня хоть вид из тюрьмы был получше. Мы нашли его на вершине горы. Он весь врос в дерево, и чтобы освободить его, пришлось вот так. Изящное решение. Главное, все довольны. Ты как? Просто я так давно не видел света. Береги, есть лесок. В тени тебе не будет так резать глаза. Идем. Ты сказал, Рагнарёк грядет. Значит, Бальдур. Бальдур мертв. Один отправил его найти великана в Мидгарде, а он нашел Кратоса. Ну а я пообещал довести этих двоих до высочайшей вершины всех миров, если они отрубят мне голову и уговорят Фрейю меня оживить. Мимир, речь о Бальдре. Я к этому и веду. Вы же не только рубили всех подряд. Ха, вы вернулись на болото. Пока снова не напали. Тебе стоило взять копье. Смог бы защититься. Я отказался от насилия. Но ты же бог войны! Это осталось в прошлом. Но если Один начнет Рагнарёк, ты и впрямь не будешь биться. Нет, даже если б захотел. Прежде чем мы пойдем, ответь. Чего именно вы хотите?
Ты говоришь о Рагнарёке. Вы пришли сюда за богом войны. Такой тюр вам нужен. Атрей. Я... Простите. Я благодарен за свободу. Но если вы хотите, чтобы я участвовал в войне, или еще хуже, возглавил ее, то лучше убейте меня. Я не хочу войны. С меня довольно. Никто тебя не убьет, брат. Это лучше, чем дожить до Рагнарёка. Мы не хотим войны. Нам нужны ответы. Я не знаю, как вам помочь. Это не важно. Великаны тебе верили. Вот какой тюр нам нужен. Нужен ты. Ладно. Мне нужно лишь отдохнуть и немного поесть. Вы убили охрану, что несла мне еду. Брат, может, расскажешь, чем закончилась та история? На нас напали сыны Тора. Мы их убили. Бальдер хотел убить Фрейю. Я его убил. А про то, как мы бились с валькириями и освободили их? И что великанов больше нет? И что они назвали меня Локи? И что мы нашли святилище? Когда мы попали в Йотунхейм, все были мертвы. Мертвы? Думаете, это Один? Мы не знаем. Драсиль. Я давно его не видел. Уже позабыл его красоту. Тюр, ты когда-нибудь слышал от великанов что-то про Локи? Прости, но это имя мне не знакомо. Великаны очень скрытные. Были скрытны. Ну еще бы. Возможно, отдохнув. Дом в дереве. Господин Тюр, вы правда живы? Я жив, возможно. Ясно. Он просто устал. Я сказал, что у вас найдется приют и пища. А, ну разумеется. Что ж, посмотрим, что можно устроить. Прошу, входи. А, мы сейчас. А, будь я проклят.
Отец, ты идешь? Ну что, обсудим? Что делать дальше? Нужно все обдумать. Поговорим утром. Ну ладно. Утром так утром. Спокойно, спокойно! Да! Ох, спасибо. Так намного лучше. Видишь? Доброй ночи, Тюр. Я пойду спать. Завтра много дел. Что ж, Тюр, нам пора выполнить обещание. Давай-ка устроим тебя на ночлег. Прошу, за мной. Эй, иди сюда, взгляни, что у меня есть. Уверен, мы тут никому не помешаем. Здесь, а я все обустрою. Вероятно, под твой рост придется изготовить новую кровать. Прошу, не нужно так хлопотать. Я отвык от просторных мест. У вас есть каморка для метел? Да, но там хранятся метлы. Мне подойдет. Если честно, там мне будет спокойней. Что ж, а как насчет еды? А, я неприхотлив. У вас есть сухари? Сухари? Или морские галеты тоже подойдет. Я... И немного соли. Ну, сейчас что-нибудь отыщу. Знаешь что? Они наверняка в кладовой. Я тихонько гляну. Нашли руду с родины, да? Ну, давайте сюда, я починю что-нибудь. Спасибо. Значит, вот каким стал Тюр, а? Как у нас говорят, жизнь его сильно потрепала. Как и всех нас. Экий ты нынче философ. Что делаем?
режет гораздо больнее. Я хорош, да? Хорошо. В такой броне даже занозу не посадишь. Так тебе ничего не оторвут.